Привет, друзья! Многие слышали, что Петр Порошенко часто вот это вот употребляет, типа «прощевай», там «остаточно прощевай России» и все такое. И в последнее время появился такой лозунг «геть вид Москвы», то есть по-русски «прочь от Москвы». Причем взяли этот лозунг от писателя, Хвылевой такой был писатель украинский. Но могли бы тогда уже дописать там на плакатах, что он был коммунист. Чому? Микола Хвильовий твердо заявив: геть від Москви, даєш Європу. Ну, про Європу він нічого не говорив, вроде как. Но геть від Москви, да, було таке. Вот, и Анатолий Шарий еще тоже нашел, что он был в ЧК. Ну, правда, недолгое время, но был чекистом, да, был чекистом. И вот сейчас Порошенко цитирует чекисты. Да, потом он застрелился, этот Хвылевой. Я думаю, что Порошенко не будет все повторять за ним. Но это как бы ладно. Мне больше как бы поражает, что люди скандируют это нацистское приветствие. Слава Украине! Героям слава! То ли они еще не знают. Как бы 5 лет уже это все творится. До них еще как бы не дошло, то ли, я не знаю, но под этим лозунгом совершалось вот это. Лозунги коммунистов, лозунги нацистов. Всем пока!